Так, следующее движение – это уже апперкот левой рукой. То есть, если апперкот правый, как бы он немножко попроще, он у тебя идет, пробей пару раз еще свободненько. Вот. Уклонился, уклонился. Вправо. Все. Давай. Да ты. Оп! Да. Доворачиваться. У Кирилла перекачано широчайше, ему вот сложно докрутить ручонку. Ну ничего, надо его тут подсушим слегка. Смотри, влево движение более компактное, да? То есть, ты бьешь правой, ты массу переносишь. Не спеши. Не спеши. Если ты бьешь правый, то у тебя понятно все, массу ты вперед кидаешь, да? На левый несколько сложнее. С фронтальной стойки можно делать с переносом на правую ногу, да? Но мы сейчас изучим более простой вариант, да, для начального понимания. То есть уклонился влево, влево. Видишь, у тебя колено? Согни колено, пожалуйста. Вот такой, такой деревянный на ногах, блядь, я не знаю. И отсюда ты просто выпрямляешь коленный сустав, видишь, и ты за счет ноги, то есть тоже... То же движение, которое ты делаешь там при толчке штанги, согласен, да? То есть вот здесь движение аналогично, то есть тут твое же колено тебя подталкивает вверх. Правую ногу тоже можно вывести чуть-чуть на носок, чтобы было проще, да. И точно так же вкручиваешь локоток. Ушел, бам, хорошо. Рука тоже расслаблена, да, движение мягкое, бам, хорошо, хорошо. И тоже не забывай вот этот вот момент подворота. Смотри, в боксе есть такое правило, да, носок ноги. Носок ноги смотрит по вектору удара, да. Ты сейчас немножко бил апперкот, и у тебя нога вот прям туда смотрела. Старайся, вот у тебя апперкот идет вот в эту точку. И во время удара можно левой ногой чуть-чуть довернуться, чтобы она у тебя тоже смотрела туда, куда идет удар, да. Тоже нарушаешь один важный момент. Ты делаешь уклон и смотришь туда. Там никого нету, да. Что бы боксер ни делал, он всегда смотрит на своего соперника, на свою цель. Ушел, добавил. Больше докручивать. Да. Да. Подкручивай, не теряй баланс. Смотри, тоже очень важный момент, вот этот момент доворота кулака. Да, то есть у тебя рука, вот предплечье прям зажато. То есть и... Тоннажный удар, он так, по сути, и наносится, да, но, опять-таки, надо уметь владеть своим телом, то есть, для начала, вот, поставь руку, пожалуйста, вот у тебя ручка раскрыта, да, я бью апперкот левый, чик, обрати внимание, я бросаю легко, а в конце зажимаю кулак, то есть, как бы, чтобы была простецкая аналогия, представь, что ты кого-то за яйца схватить хочешь, да, то есть, щелк, вот оно идет расслабь, ты не будешь, блядь, вот так это делать, да, то есть, извиняюсь за такие сравнения, но мне надо, чтобы Кирилл понял. То есть ты ушел, и вот она, расслаблена. Щелк, а вот здесь поджал кулачок. Все. Раз, поджал кулачок. Раз, и поджал кулачок. Давай. Расслабленнее. Ушел. О, все, совсем другое движение, совсем другая рука. Мазила. Хорошо. Вот, 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 вот. Да, не забывай расслабляться. Все, будем считать, что великолепно отработал технику апперкотов. Сейчас переходим на работу на лапах.